Правильное питание для роста мышц обеспечить совершенно несложно. Для этого вам нужно всего два человека: диетолог и тренер по фитнесу. Диетолог объяснит, какие продукты питания, когда, в каком количестве положить в пищеварительную систему, как обеспечить их полноценное переваривание, усвоение на уровне печени, доставку к работающей клетке. Только после выполнения этих действий появляется тренер по фитнесу, который теми или иными физическими упражнениями закачает белки аминокислот в нужные для вас мышечные группы и сформирует какую-то фигуру на вашем теле. Что такое правильное питание для роста мышц в плане выбора белковых продуктов? Безусловно, нужно выбирать самые неядовитые, те, которые легче всего перевариваются. А это белое мясо, белая рыба, птица, яйца и молочные продукты. Эти продукты питания меньше дают шлаков и больше дают повышение работоспособности после физических нагрузок. Если вы используете красное мясо или красную рыбу, то в плюс физическая нагрузка получается перегрузка токсинов, больше белковых токсинов находится в крови, у вас снижается работоспособность, нарушается настроение, но косметические дефекты, токсины действуют на волосяные фолликулы и уменьшается площадь оволосения на голове. Да, вам приходится меньше расчесываться, зато дольше умываться. Правильное питание для роста мышц — это введение белковых продуктов в первую половину дня. Наши предки говорили: завтрак ешь сам, обедом с другом, ужин врагам. Поэтому вы можете спокойно подрузить завтрак, второй завтрак, не поздний обед тоже может быть с белковыми продуктами. Они успеют перевариться до конца дня и усвоиться. Ну как обеспечить полноценное усвоение белковых продуктов? Ну, разработана формула здоровья номер один, здесь она более крупно представлена. Вот. Что она дает? Комплекс трав и минералов обеспечивает усиление процесса переваривания белковой пищи на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. Тут не зря нарисована печень. Почему? Потому что формула 1 обеспечивает заодно и усвоение продуктов пищеварения на уровне печени и доставку к работающей мышце. То есть это фактически для спорта, для фитнеса, действительно формула номер 1 – это препарат выбора для того, чтобы обеспечить полноценное переваривание пищи. Но для того, чтобы не нарушить работу печени и вне тренажерного зала, или вне системы питания, ну, написал такую интересную книжку «Что делать, если у вас есть печень?». В ней собрано 50 систем, которые так или иначе пытаются использовать для увеличения уровня здоровья. На самом деле нарушается работа печени, заодно всего организма. И думать о том, что вы увеличите мышечную ткань или не увеличите, уже становится сложно. Поэтому, если вас интересует правильное питание для роста мышц, вы можете, в принципе, либо приобрести эту книгу, тут многое написано, либо обратиться в авторский клуб здоровья, который работает в Киеве, и получить более подробную информацию, как же все-таки обеспечить правильное питание для роста мышц и безопасно для здоровья.